Угодник Са, приход Нейв. Почему? Сначала вроде бы нормально все было, но с течением времени у нас начали расходиться во многом мнения наши. Стало тяжелее играть, и не приходили к каким-то точкам соприкосновения, благодаря которым могли бы стать вот именно командой. Поэтому сошлись на том все вместе, что вот нужно попробовать с другим кэрри. Нашли вот Айбека, он молодой, ему 17 лет, с Казахстана, довольно-таки многообещающий кэрри, и надеюсь, у нас с ним получится. Что я могу сказать об Айбеке? Отличный парень, очень жизнерадостный, всему хочет научиться, много спрашивает, много интересуется и горит желанием побеждать, что для молодого очень важно. И много играет, он большой молодец, если будет продолжать в том же духе, его ждет большое будущее. Что я жду от Эпицентра? Ну, на Эпицентре я ожидаю, что это как домашний мажор, что ли. Много СНГ зрителей будет смотреть за ним, будем очень стараться для того, чтобы там хорошо выступить и порадовать вас нашей игрой. Легко ли было улетать в Open квалификации к International? Ну, честно скажу, что последняя Open квалификация, которую я играл, это, по-моему, был состав с Годом и Алохой в Империи. Тяжелые времена были, скажу честно. И думал, что Open квалификации больше не придется играть. Но вот так вот уже жизнь повернулась, ничего не поделать. Будем играть, стараться, может, Valve там придумают что-то другое, ну, в плане того, чтобы там больше статов было самоквалификации, потому что очень много команд СНГшных поменяли составы после ростерлока. Посмотрим, как будет. Но думаю, что вам такие ребята, что оставят все как есть и будет заруба. Кроме Резолюшену отношусь хорошо. Он нам в свое время очень помог. Да и мы ему, наверное, помогли. Как отношусь к решению тому, что он хочет не в СНГ? Ну, это его решение. Тут уж как бы время покажет, правильно оно или нет. А вот предлагали ли ему воссоединиться с Team Empire, это вне моей компетенции, я не знаю. А комфортно ли мне находиться на буткемпе? Да, на буткемпе мне находиться комфортно, так сказать. Тут после нашего предыдущего буткемпа провели кое-какую работу в плане с поваром. И теперь здесь очень вкусная еда, я очень доволен, и я жизнерадостен, когда нахожусь здесь. С Ростиком просто благодать, слышать его голос справа от меня, сидя с утра, сидя вечером, сидя днем, просто лучшее, что происходило за мной за многое время. Да. А еще, когда он повышает голос на своих тиммейтов в паблике, тоже благодать. Передаю приветы. Приветы Ростику, который читал эти вопросы, привет Андрюхе, оператору, Игорю Батплея за то, что эти вопросы сделал. И привет вам, дорогие фанаты, за то, что за нас болеете. И всего вам наилучшего.